В понедельник американские рынки закрылись в незначительном минусе. На падение фондовых индексов повлияли обвалившиеся котировки акций энергетических компаний. Инвесторы избавляются от акций энергетических и сырьевых компаний на фоне падения цен на нефть. Цены на нефть упали на фоне слабого мирового спроса, укрепления доллара и опасений по поводу того, что Саудовская Аравия в очередной раз может снизить цены. Неожиданное решение, принятое Саудовской Аравией касательно снижения цен на нефть для США, привело к еще большему обвалу цен во вторник. Фондовый индекс S&P 500 упал на 5,71 пункта или на 0,3% до 2021,10. Европейские фондовые рынки закрылись в минусе по окончании торговой сессии вторника. Снижение прогноза экономического роста еврозоны Европейской комиссии не помогло укрепить оптимизм инвесторов. В среду в США вышли позитивные данные по занятости в октябре от агентства ADP. Увеличение числа рабочих мест оказалось максимальным с июня и превысило прогнозы. Американские S&P 500 и Dow обновили исторические максимумы. Курс евро растет в ожидании очередного заседания ЕЦБ, пресс-конференции его руководителя Марио Драги. Европейские фондовые индексы в целом выросли гораздо меньше американских. На фоне укрепления доллара США и замедления роста в Китае продолжилось снижение котировок товарных фьючерсов на зерновые культуры, драгоценные металлы и кофе с какао. В четверг на мировых фондовых рынках продолжился рост котировок. Американские индексы S&P 500 и Dow вновь обновили исторические максимумы. Индекс доллара США продолжил свой рост. Stoxx Europe 600 обновил пятинедельный максимум. Инвесторы полагают, что часть дополнительной ликвидности от эмиссии евро может попасть и на рынок акций. В пятницу доллар продолжил падение после публикации данных по занятости в США. Показатели оказались ниже прогнозов. Как сообщило Министерство труда США, число рабочих мест в октябре увеличилось на 214 тысяч. Американский доллар потерял позиции против иены. Управляющий ЦБ Японии заявил, что монетарное стимулирование идет на пользу экономике и производит ожидаемый эффект. Одним из ключевых событий этой недели является публикация заявок по безработице в США. Ожидается рост показателя как минимум на 3%. В целом настроение инвесторов подтверждает замедление восстановительных процессов в американской экономике. Если фактические значения оказываются выше прогнозируемого уровня, то следует ожидать ослабления доллара относительно остальных наиболее ликвидных валют, а также временное замедление роста основных фондовых индексов США.